Здравствуйте, меня зовут Светлана Шушканова, и вы находитесь в моей студии «Артишок Лавочки». Сегодня мы будем готовить салат табуле из киноа, огромного количества зелени и свежих овощей. На десерт у нас будет индийский напиток ласси из свежего йогурта, абрикосов и клубники. А еще мы приготовим два совершенно потрясающих соуса на основе зелени, орехов, оливок. Ну, в общем, все покажу в процессе. Погнали? Замечательно. Так, мне нужна будет ваша помощь. В первую очередь, пока вы меня будете слушать, вы можете нарезать огурчики и томаты на кубики. Вот есть ножи. Я думаю, что двое. Да, вдвоем. А я в это время буду рассказывать, как готовятся соусы. Первый соус – это тапенада. Это один из самых моих любимых соусов. Готовится на основе оливок и маслин. Так, ну нам нужен, естественно, комбайн. Достаточно мощный. Ну, собственно говоря, у кого нет мощного комбайна, запросто можно воспользоваться ручным погружным блендером. Тапенада – это такая паста из зелени, чеснока. Вообще тапенада – это испанская. Да, испанское блюдо, испанский такой соус. И вообще он завоевал весь мир, и Италию, и Францию, и в общем, вот весь мир завоевал. Потому что делается очень просто, быстро и реально, нереально вкусен. То есть он на хлеб? Его намазывают на хлеб, да, его намазывают на хлеб, его подают к рыбе, к мясу, если вы мясоеды. Его можно подавать к сыру, и, в общем, варианты использования безграничны, да. Да, но так как еще вот я хочу сказать про правильное питание, раз у нас тема-то правильное питание, так понимаю. Вот. Правильное питание – это, прежде всего, сезонность. Летом всегда хочется много зелени, да? И мы не всегда можем съесть огромное количество зелени, хотя это, по идее, надо это делать. Так ведь? Вот. Просто так мы зелень не съедим. Но если мы эту зелень измельчим в соус, то мы ее съедим вот реально много. Это рецепт сбалансированной пасты. Почему сбалансированной? Потому что там все, и белки, и углеводы, и жиры. Все, что нам нужно. Ну, естественно, огромное количество микроэлементов. Погнали! Для того, чтобы это все хорошо в блендере работало, я всегда для начала наливаю немножко воды. Просто свежей воды, буквально чуть-чуть. Она нам не помешает, там буквально 3 ложки чайных. Добавляю баночку оливок, баночку маслин. Добавляем 3 дольки чеснока. Добавляем масло оливковое. Вот, вы знаете, я думаю, что он такой объем, наверное, где-то полстакана нужно будет масла. Вот, если жалко использовать хорошее, дорогое оливковое масло для подобных паст, можно с удовольствием, например, добавить обычное растительное масло, что я и делаю. Здесь сейчас смешали два. Да, два вида масла. Можно добавить, даже вот, например, у меня есть масло виноградной косточки, я могу добавить. Но я почему-то хочу его добавить в другой соус. Хорошо. Вот. Солить пока мы не будем, потому что мы должны понять, насколько соленые оливки и маслины. Так? Вот. Сейчас мы это все измельчаем. Вот у нас получилась такая вот такая паста. Может быть, она не очень красивая на вид, но я думаю, она вкусная. Уже вкусная. Свет, это прямо совсем-совсем в пасту. Вот. Прям. Или она какая-то. Вообще, вы знаете, я, если. Вот у меня, например, если есть задача, чтобы были кусочки, я люблю, когда кусочки остаются. Но когда мы. Это хорошо делать, когда мы делаем небольшой объем. Когда мы делаем большой объем, оставить кусочки в таком аппарате очень сложно. Потому что он измельчает реально прям в пасту. Mm-hmm. Так, какая нам нужна сюда зелень? Сколько огурцов? Достаточно ли мы на это накрошили? Ну, смотрите, я думаю, что можно еще парочку дорезать. Да. Mm-hmm. Итак, еще раз повторюсь, да?
Сюда мы добавили, налили немножко воды, добавили банку оливок, банку маслин, 3 дольки чеснока. Теперь мы сюда масло, полстакана масла оливкового и немножко добавили обычного растительного масла, да, подсолнечного. Но рафинированное все-таки, потому что нерафинированное масло, оно имеет ярко выраженный вкус и запах, что нам, например, в этом соусе вообще не нужно. Сюда мы добавим много-много петрушки. Вот у нас прям вот, прям, ну не жалеть, вот. Прям вот можно добавить вот так. Чем больше зелени, тем лучше. И сюда же... ну сначала давайте пробьем. А? Нет, половинку. Вообще, вот в классический соус, соус топинада идет красный лук. Но вот такая вот ситуация, что сегодня как-то вот мы без лука. Дайте мне, пожалуйста, один большой красный томат. Да. И вот этих вот 4 штучки мелких. Нет, оранжевые не нужны, нужен только красный. Красный, да. Больше нет, 3 только. Что, запахи уже? Да. И чеснок? Кинза? Нет. Кстати, как к кинзе относитесь? Это кинза. А? Вот, отлично. Все. Теперь мы все-таки нарезали. Я люблю в кулинарии лениться, поэтому иногда лучше все-таки не полениться, а нарезать. Тогда это будет гораздо проще сделать. Ну, в общем-то, все. Сейчас наша задача попробовать на соль. Вполне возможно, что даже и не придется нам эту соль добавлять. Потому что иногда бывают оливки очень и очень соленые. Я бы даже не добавляла. Такой. Бодрящий соль, еще какие-то специи туда идут, там перчик, например, или уже не обязательно. Сейчас я перец обязательно туда добавлю, молотый. Просто молотый перец добавлю. Потом мы это все размешаем и разложим по красивым баночкам. И будем пробовать. Итак, мы решили не добавлять соль, потому что я попробовала и поняла, что соли достаточно от оливок и маслин. Добавили черный перец молотый. Все, наливаем в баночки. И пробуем. Девочки. Вопрос, Света, а сколько это может стоять в холодильнике? Я думаю, что сутки может простоять. Да. Я сейчас делала на большую компанию. Собственно говоря, вы можете, например, не использовать оливки, а использовать только маслины. Или можно использовать только маслины и не использовать оливки. А вообще классическая топинада, когда пробивается, там она прям не измельчается до пасты. Там прям видно кусочки. Ну, туда это на любителей, в принципе, очень-очень даже. У нас в России любят жареную картошку. Даже вот эту топинаду можно с удовольствием как бы есть жареным картофелем. Соус топинада. Возьмите одну банку оливок без косточки, одну банку маслин, 3 дольки чеснока, половину стакана оливкового масла и немного растительного. Добавьте все в блендер и тщательно измельчите. Добавьте 2 больших пучка петрушки, пучок кинзы, 2-3 красных томата. Измельчите все еще раз. Соль и перец добавьте по вкусу. Сейчас мы сделаем второй соус а-ля песто. Если классический соус песто готовится на кедровых орехах, мы это сделаем семечками тыквы. У нас очень много базилика. У нас будет еще петрушка в соусе. И будет сливочный сыр. Хотя в классическом соусе песто добавляют какой сыр? А какой добавляют? Пармезан. Вот. Ну и, конечно же, это оливковое масло и масло виноградной косточки. То есть это такой чисто женский
суперсоус для красоты. Так, для начала мы нарезаем зелень, для того, чтобы блендер справился с измельчением. Да, и еще забыла сказать, что туда должен пойти лимон и чеснок. А зелень какая? Петрушечка и базилик. Так, мы наливаем масло. Все-таки какую-то такую жидкую составляющую нужно обязательно в блендер налить, для того, чтобы ему было удобно справляться. Вот вы знаете, вот что касается пропорций, я вот, вот давайте так, на стакан масла мы берем вот прям вот пучок петрушки и пучок базилика, большие пучки. А, две дольки чеснока, сок половинки лимона. То есть много. Ну да, так, стакан. Вот. Стакан. И стакан тыквенных семечек. Это на большую компанию. Вот. Если вы хотите делать для, ну скажем, для себя, для своей семьи маленькую баночку, ну, понятное дело, то нужно будет взять грамм 100 масла, небольшой пучок петрушки, небольшой пучок кинзы. Хотя чем больше зелени, зелень не испортит. Вот. Грамм 50, может быть, орехов или семечек. И все это измельчать. Все. Сейчас попробуем это дело измельчить. Первый раз. Сейчас поможем ложечкой. Ну, собственно говоря, мы можем туда же и сыр отправить. Сразу? Да. Масла нужно много. Да, конечно, это высококалорийный такой соус или паста. Там много калорий, но это очень полезно. Там ничего нет вредного. Одна польза. Чесночок. Ой, вкусно, наверное. Вообще. Очень вкусно. Ну его же как суп ложками есть не будешь, поэтому... Нет, как суп ложкой есть не будете. Поэтому калорийность здесь не очень страшна, наверное. Итак, мы налили масло. Мы добавили тыквенные семечки. Мы добавили много зелени, базилик и петрушка. Мы добавили сливочный сыр. Сейчас я посолю. Вот у меня есть розовая соль. Гималайская. Очень полезная. Вот, знаете, вот. А в чем польза гималайской соли? Гималайская... Чем она отличается вообще от обычной, от морской соли? А вот я думаю, что на этот вопрос Наталья ответит. Знаете, обычная поваренная соль – это та соль, которую нужно давно выкинуть из своего рациона, из своей кухни. Совершенно, ну, бесполезный продукт, который дает только вкус солености нашего продукта. Ну что это? Натрий, хлорид, два микроэлемента, все, больше ничего нет. Розовая гималайская соль содержит более чем 80 микроэлементов, и в отличие от поваренной соли, она не задерживает влагу, а выводится из организма. Очень полезно. Так, ну что, будем пробивать? Взбиваем уже, да. Да. Так, попробуем взбить эту. А лимона сколько? Вот я выдавила, вот, ну, я вообще все делаю на глаз. Но если вам нужен точный рецепт, я могу вам его предоставить. Так, мы сейчас, кажется, у нас все здесь получается правильно. Все. Все это у нас перемешалось и взбилось. Сейчас будем пробовать. Дубль два. Для того, чтобы усилить эффект каких-то вкусов, можно где-то добавить мед, где-то можно добавить горчицу. Вот. Но мы сейчас оставляем, ну, пока вот в таком виде рецепт, попробуем. А уже потом каждый для себя может решить. Может быть, что-то ему захочется, сладости какой-то. Так, берем красивую емкость. Базилик делает свое дело. Конечно, базилик – это просто, я не знаю, для меня это какая-то радость все время. Я очень люблю базилик, добавляю его и в чай, и... Делаю и пасты, и пиццу. Базилик – это чудесная трава. Свет, вот здесь вот. Да, такой, кстати, да? У нас есть лимонад. Мы делали лимонад, и мы добавили туда душистые травы и базилик обязательно. Вот.
Угощайтесь, попробуйте. Да, конечно. Мы уже руки тянем. Я на раздаче, девочки. Так хочется, так хочется. Вот. Опять же, что касается перца, тоже все очень индивидуально. Я бы туда добавила бы много перца. Но сейчас я оставила вот такой более сливочный вариант. Молотого черного горошка или можно даже чили добавить? Можно и чили добавить. Но чили для такого сливочного соуса, мне кажется, он будет, может быть, рисковат. А вот черный перец, он будет кстати. Вот. Также можно этот соус... Да красиво, да и вкусно как. Использовать и... И семечки вот эти вот, да? К любым овощам. Вот, например, у нас есть брокколи. Попробуйте с брокколи, попробуйте со сливой. Это очень вкусно. Вам понравится. Ну как? Не слышу? Только вздыхаем. Ну это же правда вкусно, девчонки, да? Это очень вкусно. Соус песто по-русски. Возьмите большой пучок базилика, большой пучок петрушки, половину стакана масла виноградной косточки и половину стакана оливкового масла. Добавьте 2 дольки чеснока, стакан тыквенных семечек, 200 грамм сливочного сыра и сок половинки лимона. Все тщательно перемешайте в блендере, соль и перец добавьте по вкусу.